Всем привет, меня зовут Агитин, и сегодня мы поиграем в Secret Neighbor в новой зоне. Да, мы чуть-чуть дома все перестроили, теперь я нахожусь в моей комнате. Здесь у меня так красиво, я могу тебе вам чуть-чуть показать. Вот у меня здесь такое освещение красивое. И поиграем мы сегодня за призрака и за скаута. Призрак, сейчас надо сделать кое-что. О, отлично. Для фотки просто. На обложке. Ну, как обычно, начинаем. На-на-на-на-на-на-на. Кстати, время покушать. Кукурузные палочки. Вообще ничего не видно. Точно есть. Это же я сосед. В будущем. Я бы, конечно, хотел попробовать лава-лава кукурузные палочки. Где игроки? Я не понимаю. Начинаем игру 3-2-1. Сколько времени? Нет, ты что? Опа! Сосед-то покинул игру, оказывается. Я умру, не успел. О, не успел. Короче, это победа еще одна. Там написано, что ворона начнет искать, когда детей останется мало. А детей-то 5, я не понимаю логику. Опа! Вот, ты когда показываешь? Недовольный я вообще! Красная экрана, кровавая. У-ху! Ай, бог, ключ-то где? У меня даже фонарика никакого нет. Что тут дело, не понимаю. Да у нас нет вопроса. А вот, так я даже его не забрал, оказывается. Русаль это делает. Видео называется призрак. Призрачное видео называется. Потому что оно состоит. В этом видео я буду играть за призрака. Опа. Чего ты это сделал? Шутка что ли? Я так же делаю. Ну-ка. Я.
Господи, карточка, вы даже сразу в небо бы под... улетела бы. Где? Очень много карточек. Опа! Ключик-то тут есть, оу, я не знаю, если там нужен еще оранжевый, но на всякий случай возьмем. Ключики это... Куда ты его выкинул? Я никого не боюсь, потому что здесь нет соседа. Он просто покинул игру. Сосед. Тут взрывается. Опа! Опа! Остался только синий, получается. Осталось только вот этой девочке выдать фанску. А что, все? Ай, наверх попробуем. Блин. Пау, где? Здесь должен быть точно. Где же это? Не понимаю. Я ломлю, блядь. Эх, тогда были времена еще, когда здесь был какой-нибудь ключик. Надо было открыть внизу только подвал. Вот бы это вернуть. Опа, вот и карточка, то, что нам нужно. Да, господи, я же устал, чуть-чуть я не успел. Вот. Подобрать шоколад. Луки needed. Луки needed. Ну где я? Ты же вчера здесь взяла. Ну ладно, победа. Победа. Ох, надо полежать, а то я устал целую выдержать. Что-то здесь вещи. Пару ламу, коробки всякие. А сосед взял? Интересно, кто бы был соседом? По мне клоуном, да? Я угадал? Клоун, да? Ну понятно, гость. А кто ж еще? Я уже такие вот так сильно и не люблю, просто какой-то слишком... Ну, не знаю, я сейчас играю за призрака, обычно вот этот клоун, а я не играю только за гостя. Она вся крутая, но кроме вот этого. Ну, я с тобой же без 4 билетиков. Дайте мне... Ого, так быстро, это же опять эта курица, блядь!
Курица опять с нами. Соник 104. Не понял, Dextual Media опять. Все те же самые игрока. Три новых игрока всего лишь, по-моему. Сколько мне ждать, я не понимаю, я просто не понимаю, сколько мне еще ждать. Как бы читать, я буду ребенком, потому что игра мне не способна сделать совсем. Я прав? Ого, конечно, Соника 104 уровень. Господи! Пожалуйста, когда это уже загружится? Я футбол, я обычный ребенок. Ну, давай! На какой карте, интересно? Пожалуйста, хоть бы не это. Повезло, повезло, повезло. Ну ладно, тоже. Двойной клей, оказывается. Убиваем молоко и сносим ящик. Ну, пооткрыли. Вот, мне кажется, кто-то в соседа превратится. Прям ожидается. Здесь я тоже выиграю в эту игру. Ой. Опа! Магично. Взял карточку, взял. Лакадор! О, пошло дело. Сейчас как бомбанет. Я ничего не вижу. Я просто слепой, когда я... Опа, вот и ключик. А че я без отпила? Чем один упал? Это нормально такая скорость или нет? Что случилось? Чего медленно бегать стал? Тебе фацка на то, что ты случайно мне дал фацку. Блин, опять не включа. О! Опа, сразу. Еще опять этот. Шестеренок, я бы уже точно их собрал. Чем когда я играю за изобретателя, у меня их
Вообще не везет с ними. А сейчас, когда я играю за Козу... Еще одна бомба! Опа, еще бомба! Когда в одном месте взрывается много бомб, у меня игра... Это точно не банда. Так, тут надо уже знать, какой тут ключ нужен. Синий или красный? Ненавижу клей. А вот все. Давай беги, ну-ка. Опа, какой-то есть ключ. Вот топ. Оранжевый, это нам не нужно. Ладно, попробуем. В зависимости от моей удачи, конечно же, там будет синий ключ. Опа, короче, а не знаю, кто сосед. Здесь нет никого. Да! Вот еще одна пытка. Ух, а кто сосед тетик, не понял. Вообще где? Ты зачем через эту? Ой, господи, какой дурачок. Я даже его ни разу за игру не бил, ни разу. Блин! А все поздно! Ты подоспела, я не понял, что значит 0-0 секунд. Я чуть не понял. А. Отец, это все видят? А, ну-ка. Следующая игра будет наконец-то за соседа призрака. Yes! Хо-хо-хо-хо-хо. Где? Я не понимать. Да-да, думай еще, тебе надо учиться играть. 3-2-1, игра сосед. Я не знаю почему, у меня уже долго соседи поиграть, и причем у меня почему-то зависает игра. Мне один раз просто отправилась до конца, и все, она просто уже не работала. О, господи. Hello.
что подыгрывание врагу, это существует такое? Ну что, вдруг это твой друг? Если это твой друг, и ему надо, например, накопить последние 10 монет, например. И что? Это же значит, что сразу жалоба. Это же нечестно, это просто несправедливо, мне кажется. Сегодня, я вам скажу, сегодня 9-10 числа, и уже 12 часов ночи. Шучу. А как же? Вот так вот я всех. И вот так вот. Ладно, постараюсь подождать соседа. Я вам скажу одно, это было самое долгое время, которое я ждал. Я очень долго там почему-то записала игра, как я говорила. Куда так быстро? Успею, да пахну как я. Маленькая. Get out of my house. Boom. Ну я же призрак, я должен побеждать, потому что я есть призрак. Thank you.
украсть ключики, я сейчас предварю то, что я хочу помочь, на самом деле нет. Я просто буду, когда будет кто-то один, я секретно его поймаю и никто даже не увидит. Сейчас им песенки попою. Начнется в призрака превратиться. Thank you.
my house. Все, победа. Давай, мне кажется, она сейчас обиделась сильно, или он обиделся. Ну, потому что... Ну, ладно, я же тайный сосед. Блин, дорогая. Сейчас начинается еще одна игра за соседа. 3-2-1. Все, привет. О, господи, прошел час времени, пока я ждал соседа. Вот серьезно, я скажу вам. Прошу настоящий. Вот если сейчас произойдет ошибка, она произойдет. Будет конец видео. Опа, ого. Опа. Да почему не будет? Получается, у меня будет игра, в которой мне ничего нельзя купить. Ого, здесь предметы летающие. А я могу, интересно, на них залезть? Давай попробуем. Да почему? Хватит меня мучить! Все, я ухожу. Ого! Не понимаю, что это за игра такая странная?
интересная игра. Да. Странно, конечно. Почему это так странная игра? Как думаете, почему? Что за... Что сейчас произошло? Вот скажите мне. Почему я сейчас умер? И почему все, что я ставлю, оно не тает? Как это объяснить? Secret Neighbor, разработчики, вы это как объясните, скажите мне? Вот как вы это объясните? Я пошлю жалобу, потому что вы... Зато я знаю одно, то что нет. Да, туда тоже. Да. Вот это баг, конечно. Вот я понимаю. То, что нужно баг. Можешь вон летать тут. Так, попрыгали. Так, дальше. Как? А у меня даже дети не ловится. Вот это баг, разработчики. Вы мне деньги не дали. Здесь еще мостик. Я уже скоро... Эта высота уже ненормальная. Включай свет. Так. Кажется, я скоро могу, уже могу превращаться. Это баг.
Господи, пусть они выигрывают. Я хоть какие-то монеты, наверное, получу, постараюсь. Все время какой-то баг, ну, это Secret Neighbor. Это вы отсюда, я не интересую. Вот это да! А теперь можно вот это делать? Куда можно? Ого! Я в виде призрака сказал ау! Осталось интересно. Самая интересная игра, которую я либо видел. Ну ничего, ничего, летающие помидоры. Так. Разработчики, где? Я вот тут... Я сейчас позвоню кое-куда. Я не понимаю, что это? Что это? Что это? Почему это за самая баганная игра в мире? Я тут... Я прыгаю по коробкам. А сегодня, кстати, я... Просто хочу сказать, что я сегодня буду смотреть Wednesday. Берем еще коробки. У тебя стоили другие? На вот это все. Ай, пал, блин. Вот бы такую игру еще. Вдруг у меня игра не закончится. И она бабнутая. Верно? Жаль, что нормально за призрака не проиграл. Слишком низко. А наверх вот так вот. Опа. Вау. Оп. А чё? Почему она стала неуязвимой? А, да, теперь получается... Давай прыгаем. Иду где? Нахожусь в коробке. Даже поймать никого не могу. Стой. Уже все нормально, все ставим. Победил. Они не нашли замков. Это видео уже длится около 40 минут. А то оно редкое. Потому что такого бага вы не увидите ни у кого. Господи, я тут... Я сначала получу 50. А ладно, все, пока, я гетбил, лайк, подписка. Пока.